Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Oh,
Патриархом Африки с поручением управления Североафриканской епархией и Временного управления Южноафриканской епархией, Высокопреосвященный Леонид, архиепископ Клинский, на основании решения Священного Синода Русской Православной Церкви от 29 декабря сего года возводится в сан митрополита Аксиос. Благословен ход святых твоих всегда, ныне и присно, и во веки веков. Первый протодиакон Московского кафедрального собора Храма Христа Спасителя Константин Барган за усердное служение Церкви Божией возводится в сан патриаршего архидиакона. Господу помолимся! Господи, помилуй! Владыка Господи Божий наш, архидиаконство роду нашему неизреченным Твоим провидением даровавый, сам идеявшимся и повелевать, и служите в низших подслужителях божественных Твоих тайнам, сам одей благодатью сию архидиаконства, присущего раба Твоего Константина, и украси его честностью Твоею в начале стоятель диаконов, люто Твоего, и образ добрый его быть сущим по сем, сотвори, и во старости маститой достигнути, славите Твое великолепое имя, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Господь, всебысть раб Божий Константин, архидиакон, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Аксиос! Благословен Бог святых Твоих всегда, ныне и присно, и во веки веков.
яко Бог наш. Ти єсі Бог, творяй чудеса. Хто? Святого Евангелия. Мир всем. От Матфея Святого Евангелия чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе. Аминь. Иисус
Иисус Христово, Рождество си Цебе, обручению бо бывшей матери Его Марии Иосифове, прежде даже не снитеся има, обретеся имущего чреве от Духа Свята. Иосиф же муж ее праведен бы сый, и не хотя ее обличите, восходе тай пустите ее. Сия же ему помыслившу, се ангел Господень во сне явися ему глаголя, Иосифе, сыне Давидов, не убойся приятия Мариам, жены твоя, родшая бося в ней от Духа есть свята. Родит же сына, и наречеши имя ему Иисус, то ибо спасет люди своя от грех их. Сия же вся бысть, да сбудется реченная от Господа пророком глаголющим, се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануэл, еже есть сказа ему «С нами Бог». Восстав же Иосиф от сна, сотвори, яко же повелей ему ангел Господень, и прият жену свою, и не знаешь ее, донде же роди сына своего первенца, и нарече имя ему Иисус. Слава тебе, Господи, слава тебе. Рцем си от сия души и от сего помышления нашего, Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Господи, милость твоя, да,
прошу, Господи, заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Ветер всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Ангела мирно, верно, наставника, хранителя, души телес наших у Господа просим. Прегрешений наших у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира миром у Господа просим. Доче время живота нашего в мире и покаянии скончати у Господа просим. Кончины живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный, доброго ответа на страшном судище Христове просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши сами себе друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко благо человеколюбец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Царствие Твоего благословенно и препрославлено, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Отпущаешь и раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром, как и видишь, да очи мои, спасение Твое, еже еще уготовал пред лицем всех людей, свет в откровении языков и славу людей Твоих, Израиля. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно во веки веков. Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыко, в вертепе родивыйся и в ясли возлеги нашего ради спасения, Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая Своей Матери и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Кириллу, святейшему патриарху Московскому и всея Руси, Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, священному архимандриту, с богоспасаемой его паствою, многое лето! Ваше Святейшество, Святейший Владыка и Милостивый Отец, в этот праздничный рождественский вечер от всей полноты нашей Церкви
Священного Синода, Епископата, священнослужителей и всей вашей благочестивой православной паствы приносим вам свои сердечные поздравления и пожелания самые добрые. Сегодня в этот вечер рождественский один из наших святителей, святитель Феофан Затворник Вышинский, рассуждая о празднике и вспоминая славное песнопение ангелов, восхваляющих родившегося в Вифлееме Христа Спасителя, призывал свою паству благодарить Бога за то, что родился Спаситель мира Христос. Нам действительно есть за что благодарить Бога, ведь с рождением Христа Спасителя для жителей земли открывается горизонт для трудов, для созидания, для духовного совершенства. А все, кто поверит, что Иисус есть Христос, Сын Божий, для тех открывается и перспектива вечной блаженной жизни в Царстве Небесном. Это действительно радость и утешение для всех жителей земли. И в этот праздник, Ваше Святейшество, мы хотим вам пожелать крепкого здоровья, неоскудевающей благодатной помощи Божией в ваших первосвятительских трудах. Вся паства желает вас поздравить лично. Но вот, к сожалению, сегодня не совсем благоприятное время, но мысленно, в молитвах, вся ваша паства Русской Православной Церкви вместе с вами, Ваше Святейшество. И в знак того, что мы молимся за вас и желаем вам крепкого здоровья и многих лет жизни, примите, Ваше Святейшество, этот букет живых цветов, которые символизируют жизнь. Пусть они хоть сегодня вас порадуют, порадуют и нашими молитвами, и всей полнотой Русской Православной Церкви. Многое лето вам, Ваше Святейшество. С праздником! От лица православной молодежи поздравить вас с радостным и великим праздником Рождества Христова. В эти светлые и праздничные дни сияние Вифлеемской звезды ведет нас ко Христу. Ангельское пение «Слава Вышних Богу» и «На земле мир в человеце благоволение» придает твердости вере и дает силы следовать за Христом. Мы испытываем искреннюю радость, вспоминая о пришествии в мир нашего Спасителя и верим в торжество правды Божией. В послании святого апостола Павла Колоссянам говорится: «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». И мы, согретые любовью Христовым, наше непростое время призваны сохранить единство нашей Церкви, являть любовь людям. Мы призваны творить дела милосердия, ободрать ближнего, согреть ближнего, навестить болеющего, как мы, хирурги, коллеги, онкологи Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена, выполняем эти наказы. Радуемся тому, что в православных храмах продолжают совершаться богослужения, на которых мы все вместе возносим молитвы Господу Богу. Перед православной молодежью открыты возможности более тесного молитвенного общения через деятельное участие в богослужебной жизни Церкви. Православная молодежь всегда рада участию в торжественных патриаршиях богослужениях. Благодаря вашему пастырскому слову в душах и сердцах молодых людей появляется деятельное стремление к миру, добру и справедливости. В эти светлые и праздничные дни
примите, Ваше Святейшество, наши сердечные поздравления и молитвенные пожелания вам здравия и долгоденствия, крепости духовных и телесных сил и неискудеваемой помощи Божией в ваших первосвятительских трудах на благо Церкви и нашего Отечества. С Рождеством Христовым, Ваше Святейшество! Благодарю вас. Спасибо, Господи. Благодарю вас сердечно. Помогаю вам Бог во всем. Спасибо, Господи. Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, владыка митрополит Павел, дорогие представители православной молодежи, отцы, братья, сестры, всех вас сердечно поздравляю с великим и мироспасительным праздником Рождества Христова. Радостно, что, несмотря на стесненные обстоятельства нынешнего нашего бытия, мы собрались сегодня в Храме Христа Спасителя. И надеюсь, что по милости Божией, в ответ на молитвы, в ответ на героические труды тех, кто борется с постигшей нас бедой, с пандемией, опаснейшей инфекцией, в конце концов завершится этот период, непростой период общественной жизни, да и личной жизни каждого человека. Меня радует то, что, несмотря опять-таки на стесненные обстоятельства, наша церковная жизнь в Москве, может быть, не достигла того пика, который мы имели до начала пандемии, но меня очень радует активная приходская жизнь, работа молодежи, социальная работа и особенно труды по благотворительности. Сегодня в нашей помощи и поддержке нуждаются многие. И даже вот эти внешние стесненные обстоятельства не должны ограничивать нашей деятельности. А самое главное, мы не должны понижать как бы уровень нашей готовности и нашего стремления нести добро людям. Хотя действительно не всегда просто пойти к тем, кто болен, подвергать себя риску. И тем не менее я знаю, что наши добровольцы, наши медики, несмотря на эти риски, идут к тем, кто сегодня особенно нуждается в поддержке и в помощи. Я хотел бы сердечно поблагодарить епископат Московский, а в вашем лице весь епископат Русской Православной Церкви. Хотел бы сердечно поблагодарить духовенство наше за то, что, несмотря, опять-таки подчеркну, на стесненные внешние обстоятельства, церковная жизнь в Москве находится на достаточно высоком уровне. Я имею в виду как богослужебную деятельность, так и многие другие приходские служения, которые прочно укоренились в практике нашей церковной жизни и приносят свои плоды. И все это, что связано с активизацией нашей церковной жизни, оно сейчас обнаруживает свою актуальность и помогает понять многим, может быть, тем, кто скептически относился, в том числе и к призывам патриарха, развивать те иные служения, помимо богослужебного чина и свершения богослужений. Вот в условиях нынешних обстоятельств та работа, которую сегодня проводят многие наши приходы, осуществляя заботу о болящих, о нуждающихся, о тех, кто действительно относится к разряду наиболее уязвимых людей, особенно в условиях пандемии, все эти наши приходские усилия еще и еще раз подчеркивают, как важно было нам начать эту, в хорошем смысле, перестройку нашей приходской жизни. Даже слово «перестройка» не очень подходит, потому что какие-то возникают не совсем правильные ассоциации с прошлым в политической жизни нашей страны. Да, собственно говоря, это не перестройка, а это обновление всего того, что было заложено в жизнь
Церкви Божией с самого начала. Но то, что было помрачено, конечно, и ограничено в то время, когда церковь наша была лишена свободы. Я благодарю всех отцов-настоятелей, приходские активы, как клириков, так и мирян, за то, что действительно во многом возродились те служения церковные и приходские, которые сегодня так востребованы. Мне хотелось бы поблагодарить нашу молодежь за то, что продолжается молодежная работа. Опять-таки, конечно, условия пандемии накладывают определенные ограничения, но важно, что это не только та работа, которая представлена на общеепархиальном уровне, но то, что происходит на приходах, вот это для меня является наиболее важным и ценным. И я хотел бы особенно призвать нашу молодежь ни в коем случае не опускать руки, не останавливаться, а и дальше развивать свои труды. Потому что через молодежную работу на приходах люди имеют возможность увидеть молодое лицо Русской Православной Церкви. А для некоторых, особенно далеких от церкви, это является очень важным обстоятельством, которое заставляет подумать, почему эти молодые люди там, и задать себе вопрос, а почему я не там? Поэтому молодежное служение имеет большое миссионерское значение. В первую очередь, оно, конечно, имеет спасительное значение для тех, кто совершает эти добрые дела. Оно имеет огромное воспитательное значение для тех, кто участвует во всех этих молодежных проектах. Но в том числе и миссионерское измерение. Потому что помогает нашим современникам увидеть современное лицо Русской Православной Церкви. Я бы хотел также поблагодарить и наши приходские активы, которые тоже вносят сегодня очень существенный вклад в развитие приходской жизни. Я читаю доклады, которые мне поступают, отчеты, которые также ложатся на мой письменный стол, и вижу, как изменилась жизнь православной Москвы за последние годы. И хотел бы сердечно поблагодарить за это преосвященных владык, викариев, отцов-настоятелей и всех священнослужителей. Еще раз хотел бы сказать о приходских активах мирян и всех вас, мои дорогие. Мы живем в то время, когда нужно очень сильно трудиться для того, чтобы помочь людям увидеть красоту православия, но самое главное – помочь и самим себе в этих непростых условиях обрести духовную силу через совершение добрых дел. Мое особое слово я бы хотел обратить, конечно, к тем пастырям, которые сегодня трудятся в красных зонах, которые посещают тяжело больных, которые напутствуют умирающих, которые простирают свою благословляющую руку на тех, для кого эта рука становится последним благословляющим прикосновением к их челу. Ни в коем случае нельзя нам ослабевать в этой пастырской работе. Потому что иногда слово пастыря, обращенное к умирающему человеку, имеет огромное значение в пробуждении тех последних сил человека, приближающегося к своей кончине, тех сил, которые помогают ему сохранить свою веру, укрепить свою веру и с этой верой переступить черту, отделяющую жизнь от смерти. Мне также хотелось бы еще сказать несколько слов и о том, что сегодня происходит у нас в нашем обществе, в нашем народе.
Конечно, все мы переживаем тяжелое время, время испытаний. Но получается именно так, что во время испытаний, когда человек чувствует свою некоторую ограниченность, вот та пена, которая создается неправильно понятыми жизненными установками, то все наносное, что часто просто замутняет образ человека, все это приспособление к обстоятельствам, к людям, нередко малодушие, нередко забвение своей веры. Вот все это наносное и опасное сегодня должно исчезать из нашей жизни. Именно потому, что мы все столкнулись с огромной и страшной опасностью. А перед лицом опасности человек мобилизуется. Ведь так было в самые грозные и страшные годы войны. Сегодня, по милости Божией, мы живем в условиях мира, но вот эта война с инфекцией, опасной, разрушительной, смертельной, она ведь тоже требует мобилизации наших сил. И в первую очередь укрепления нашей веры, нашей способности делать добрые дела, нашей готовности со всей серьезностью отнестись к тому факту, что мы называем себя христианами. Дай Бог, чтобы это было так. И чтобы трудности нынешнего бытия послужили тому, чтобы укреплялась вера, благочестие и менялась к лучшему наша общественная жизнь. Дай Бог, чтобы эти трудности укрепляли, а не ослабляли нас. Возвышали душу, а не приземляли. Ведь так обычно и бывало в прошлом. Дай Бог, чтобы так было и в настоящем. Я еще раз всех вас поздравляю, мои дорогие, с праздником Рождества Христова. Каждому желаю мира душевного, здравия телесного, всем нам помощи и благословения Господа и Спасителя нашего. И дай Бог, чтобы от силы к силе развивалась наша церковная жизнь в Первопрестольном Граде, от силы к силе развивалась и наша личная духовная жизнь, и чтобы обстоятельства внешние трудные, как уже было сказано, не умаляли, а возвышали каждого из нас, в том числе и по пути нашему пути, на нашем пути к Господу и Спасителю. Пусть благословение Христа Спасителя, родившегося в Вифлееме, пребывает над всеми нами. И да будет это благословение во здравие нам, душевное и телесное, в укрепление наших сил, но наипаче в укрепление нашей веры и в способности идти навстречу Господу с надеждой и упованием на вечное спасение. Аминь. Всех вас сердечно поздравляю с Рождеством Христовым!